Здравствуйте, товарищи. Продолжаем играть в Dayland. Урожай, да? Собираем урожай. Рыбы нет. А, вишенки не успел собрать. Намутим-ка мы вишневый сад. Так, ща мы тебя, Мун, приземлим. Апчхи насморк замучил. Значит, кошка здесь. У кошки поручений нет. А ты, Мум, что скажешь? У тебя тоже поручений нет. Давай тогда слетаем на Анкору. Уми, вот цветы, их достаточно, чтобы сделать букет. Они для Хьюти, да? Да. Я бы хотел, чтобы она перестала сердиться на меня. Я скучаю по ней. Не могли бы вы передать ей цветы от меня? Базара ноль. Отнесите Хьюти букет цветов. Минуточку, сейчас я тебе куплю кое-что. Что это страшное такое? Да в смысле мимо? Это подарок от красивого охотника. Уми, цветы от Уми. Да, он прилагает усилия, чтобы вы обратили на него внимание, Хьюти. Хм. Ладно, скажите ему, что я приму его приглашение поужинать вместе. По-моему, он не... Здорово, мы скажем ему. Передайте Уми, что у него свидание с Хьюти. Так, купить. Давайте у тебя что-нибудь купим. Мне нужны... семена. Семена для цветов. Так, а что тебе продать можно? Помидорки.
Желуди. Лосось. Лана. Дайте мы дойдем до этого храма. Так, гриб нашли. Magic. Ты был прав, кристалл не разрушился. Прекрасно. Мы отнесем этот камень на высокое место в горах, где ветер дует с большой силой. На это потребуются годы, но мы построим высокие стены и своды. Мы воздвигнем великий храм для твоей стихии. Новый рецепт «Плащ ветра». Когда я буду готов направлять магию льда? Ты уже готов, Арко. Визиты на Анкору укрепили твой дух. Сейчас самое время. Тебе нужно только сделать волшебный посох, собирающий силу льда. Используй кристалл, и ты сможешь получить остальную часть материалов самостоятельно. Большое спасибо. Вы добыли новый рецепт посох 2. Да? Так, пару защитных зелий купить. Продать. Немного золота. Лаймослизь. Хорошо, ее можно перегнать. Гриб. Так, купить. Чё я тебе хотел купить? Продать. Вот эти вот грибы анкорские. Ты их хорошо покупаешь. Дайте продадим их. Поужинать? Я не готов, мне нужна помощь. Что ты хочешь, чтобы мы приготовили? У меня есть рецепт, но у меня не хватит времени, чтобы собрать все ингредиенты. Мы поможем тебе, расскажи нам, что ты хочешь приготовить. Вкусные рыбные суши. Нихера себе. Приготовьте суши к примирительному ужину этих двоих. Так. Значит. Суши. По-любому нужен рис. Будет. А риса... Так, кстати, надо пожрать самому. Рыбный суп и ягодами закусить. Так. Материалы. У меня есть 5 риса. Я надеюсь, мне хватит 5 риса. И какая-нибудь рыба там по-любому нужна будет. А где рыба? 3 лосося у меня, 16 окуней. Ладно, поехали до дома. Сделаем вам сушовник. И надо еще посох новый сделать. Ты тут?
Да хорош, блин, что тебе все уничтожить-то? Пацан. Так, луна. Все, магия прошла. Взять гриб. Так, а вот это... Вот этот забор меня бесит. Да, вот его можешь расхерачить. Так, что тут сорвать? Сорвать. Посадить. Так, пират, сейчас я тебя приземлю. Опять кошка. Нет поручений. Что ты приперлась туда? Так, камни ты забрал, да? Хорошо, красавчик. Поручений тоже нет. Тогда мы тебе... Так, что у тебя купить? Покупать ничего не буду. Сейчас мы тебе камни продадим. Так, металла тебе можно продать чутка. Вот это неведомых херню. Одну пиццу могу продать. Все, хорош, свободен. Так, это обычные тыковки, да? По 7 помидорку. Так, где мои, блядь, вишни? Вишни мои. Так. Где у меня тут огонь-то горел, черт подери? Огонь. Кристаллов надыбать. Ура, в камне нашлась руда. Так, интересно, я тут до чего-нибудь докопаюсь рано или поздно, или нет. Все. Тогда еще металла надыбаем к следующему приезду пирата.
Руда хорошо. Металл отлично. Руда отлично. Металл. Металл. Еще металл. Золотая руда. Мухомор. Волшебник пролетел. Это ему, по-моему, лягушка нужна, да? Была. Опять он с кошкой. Блин, воды нет. Тебе пока не удалось. Я не знаю, блин, где взять эту лягушку тебе. Так, лайма слизь купить. Семена одуванчика купить. Семена елки купить. Так, продать тебе что можно. Ладно. Посеять баклажан. Блин, вишенки собирай, пиздюк. Да ёб твою мать. Так, кузница, посох 2. Нужно 2 кристалла, да? Два кристалла делаем. Золото делаем. Серебро делаем. Бутылки делаем. Спиртягу гоним. Нитки делаем. Ткань делаем. Так, вазу одну сделать. Компост нужно, колючка, да? Колючки у меня нет. Так, плащ. Нитка, шерсть и серебро делаем. Мы теперь вот такие красивые, да? И посох. Вы выучили заклинание лед. Я чувствую силу льда. И молния, да? Так, нет, не арбуз. Я хотел хлопок посадить. Ну ладно.
Хорошо. Так. Молния и лед нам теперь доступны. Порыбачить. Окунь есть. Окунь есть. Может, лягушка? Я поймаю когда-нибудь лосось. Окунь есть. Ща мы тебя общепит приземлим. Молоко кормить. Стоять. Чё ты за санка сюда лазишь? У меня пока что нет поручений, приходи позже. Так, купить червяков. Семян у тебя нет, да? Продать. Чё тебе продать можно? Молоко, мясо, ягоды, окунь, желудей, анкорский гриб. Да хорош. Так, сбор ценного продукта. Так, что там, суши нужны были, да? Кухня, суши, две штуки. Да, все-таки из лосося. Лосось, рис, водоросли. Есть. Для рагу нужны крылья летучей мыши. Да. Зелье защиты. Зелье мутации. Сделаем. Мало ли. Так, пару гулливеровых, да? Три лечебных. Целебная мазь. Вроде все сделал, что надо. Так, Макс, посох 3 и топор 3 еще доступны. Будут когда-нибудь. Так, лягушка, лягушка, лягушка. Пройдено 100%. Ага. То есть у этих мы закончили, получается. Это женщина, а этот там мах местный. У мужика осталось ему только сушовник отгрузить. Поймайте лягушку. Где же я тебе лягушку-то найду? Да хорош рубить.
неподалеку противника. Минуточку. А магии лед. Хуя. И что мне с ним делать? У него и магия не работает больше. Он оттаял, да? А, огненная на него вообще не работает. Он же этот лавовый пидор. Так, ну что делать-то будем? Дайте нимфу позовем, прикола ради. Может, она что скажет интересного? Прилетело таки, да? Лили, есть ли способ нейтрализовать яд? Есть, я знаю о натуральном противоядии, которое может вылечить любое отравление. Соберите ингредиенты, я дам тебе рецепт. Ядовитая жидкость, желудь, спирт. Купить. Семя гибискуса. А чё так дорого? Так, давайте... Там для компоста нужна колючка. Давайте я просто куплю компост. Продать. Так, семена. Я у тебя цветов купил, которые, сука, очень дорогие. Вопрос, сами цветы. Ага, сами цветы тебе можно еще дороже продать. Например, хризантема по 95, а семечка стоит там 50, да? Получается. Хризантема. Так, семя. А где сами цветы у меня? А, вот ромашка. Вот сколько ромашки. Синеслезка. О, гибискус, смотрите, какой дорогой. И одуванчик. Так, желуди тебе можно продать. Вишенки, ягоды. На 2-300 тебе продадим. Отлично. Я даже еще один горшок намучу ради такого дела. Посадить. Почему вот это одуванчик называется? Я же семя гибискуса покупал. Че это за херня с переводом, я не пойму.
это такой бизнес, мне нравится выращивать цветы, покупать у тебя семена, а цветы тебе продавать. Так, надо что-то жрать, да? Так, пожру я пиццу, как человек хоть раз. Молоко кормить. Вишенки. Не видно только ни хера. Воды только нет. Ни воды, ни дождя. Ой, блядь, не туда нажал. Да ёб твою мать. Итак, что нам нужно? Нам нужна ядовитая жидкость. Какая-то, которая непонятно где. И лягушка непонятно где. Вот и дождь. Хорошо. Грибов-то грибов. Где остальные грибы, я не понял. Мухомор. Блин, возьми мухомор. Мухомор – редкий гриб. Блять, она с кошкой. Стой, стой, засанка. Какой красивый плащ. Теперь ты выглядишь как настоящий принц ветра. Спасибо. Межзвездный патруль добился кое-каких успехов в изучении малой планеты. Поговаривают, что существует легенда об одном из принцев. Мы нашли две ее страницы. У меня есть еще несколько страниц. Дай-ка посмотреть. Хм.
Это интересный рассказ, но нам нужны остальные страницы, чтобы узнать, что было дальше. Я постараюсь найти их все. Отлично, это поможет нам завершить расследование. Так, давай на Анкору. Слетаем. Так, тебе с ушей отгрузить. Мы принесли ужин. Слава хуям, Хьюти только что пришла. Здравствуйте, друзья, я не знал, что вы тоже придете на ужин. Не-не, мы уже уходим. Оставим этих двух, чтобы они помирились. Так, купить, продать. Продать. Да ладно, в жопу. А, так. 100%. Так, еще что-то у кошки, хотя она пролетает и молчит. У пирата много. Так. Ядовитая жидкость меня смущает. Ядовитая жидкость. Лягушка. Вообще непонятно, что с этим всем делать. Так, пират пролетел. Сейчас мы тебя посадим. Я херну тыкву. Все, магия прошла. Стой. Стой. Поручений нет. Так, ты забрал камни. Красавчик. Продать. Сейчас мы тебе их продадим. Металла можешь взять. Один рог. Один золотой слиток.
Хорошо. Так, поговорить. Хохотал капитан Крысоморт. Хи-хи-хи. Волны кланялись его кораблю. Хе-хе-хе. Сокровища загружал он на борт. Хо-хо-хо, блять. Говорил он, я всех обдурю. Ху-ху-ху. Чё, блять? Ху-ху-ху, волшебник забыл эту часть. Ху-ху-ху. Пираты пели эту песню. Браво. Если б ты захотел присоединиться к моей команде, с тебя получился бы отличный пират. Поручений нет, да? Все, свободен. Молоко, солома. Так, минутку, мне надо уровень апнуть. Дайте в силу. Кристаллов, чтоб колдовать. Так и здесь. Да хорош. Все. Наберем камней к следующему приезду пирата. Руда. Золотая руда, металл. Кристалл. Да ёб твою мать.
Мухомор. Ты, принц небытия. Гриб. Так, что у нас? Мах прилетел с кошкой. А ну стоять. Тебе пока не удалось собрать. Я понимаю, что мне не удалось. Потому что я хер его знаю, где эта лягушка. Вообще ума не дам. Ну а ты чё припёрлась? Обоссанка. Так, вроде все я сделал, что хотел. Кухня. Крылья летучей мыши. Вот где их сейчас брать? Объясните мне, где их сейчас можно найти? Ко мне на планету враги не летают, потому что эта молитва хреново работает. Продаваться они не продаются. На Анкоре делать нечего. Тут тоже особо делать нечего. Я не знаю, как нам по сюжету продвинуться дальше. Этой ядовитой херни тоже нет. Thank you.
помидорки. Общепит. Посмотрим, что общепит нам скажет. Стоять. Твоя кожа вернула свой обычный цвет, как прошел фестиваль. Да, тут такое дело. Некий молодой джентльмен дал мне крабовые клешни, которые были не в очень хорошем состоянии. И кожа девушек Куида посинела из-за расстройства желудка. Мне так жаль. Да ладно, у меня будет возможность удивить их в следующем году. Я принес семена капусты. После такого обжорства я просто обязан сесть на диету из зелени. Можешь посадить ее для меня? Я так обожрался, что не могу шевелиться. Добудьте 8 кочанов. У меня такое есть. Большое спасибо за капусту. Я награжу тебя едой, оставшейся в кладовой. Хлеб плюс 2. Мясо плюс 1. Рыбный суп плюс 1. Хорошо. Купить червяков. Что тебе продать можно? Да те же самые арбузы, капусту. Вишни, ежевика. Не понял. Почему не продается дальше? Ну-ка, продать. А теперь продается дальше. Так, анкорский желудь. Просто окунь. Так, все, свободен. Молоко кормить. Так, может, еще что скажешь? Голиаф – ненасытный пират, он никак от меня не отстанет. Мне нужно в отпуск, расслабиться на пляжах моей планеты. Сможешь заняться пиратом? Я дам тебе рецепт его любимого блюда. Но добыча ингредиентов тебе надо будет заняться самому. Ладно, не волнуйся, я позабочусь об этом, пока ты отдыхаешь. Вот рецепт, я записал его на полях каких-то страниц, вырванных из старой книги. Но это же страница из легенды. Можешь оставить их себе. Вы добыли новый рецепт «Деликатес». Вы получили страницы. Приготовьте деликатес. Давайте готовить деликатес. У меня все есть для этого. 5 мухоморов, блин. Ой. 5 мухоморов в пустоту для какого-то обоссанного пирата. Помидорки. А то молитва можно как-то отключить. Thank you.
Метеорит принес семена из другой части Вселенной. Например, из какой? Вроде ничего нового нет. Окунь есть. Найди тоже там лягушку. Так, минутку, тут дождь идет. А я хлебалом щелкаю. Хорош рубить. Хорошо. Да хорош рубить, ёб твою мать. Так, Мун. Сейчас мы тебя приземлим. Так, для пирата есть. Вот для этих нет. Скорее, принц. Откуда ты это знаешь, Юки? Что происходит? Почему ты на корабле Мун? Нет времени объяснять, розоволосая в опасности. Подготовьтесь к сложному испытанию и садитесь на корабль Мун. Поехали. Чё это за херня? Я пробралась на корабль Мун, который направлялся на Дейланд. Потом по рации сказали, что Мун доверили шпионское задание. А этот странный корабль направлялся к твоей планете. Мун пошла на разведку, а когда она не вернулась, мне стало страшно. Так страшно, что захотелось обратиться за помощью. Оставайся здесь, Юки, я посмотрю, смогу ли я ее найти. Будь осторожен, Арко, возьми с собой эти зелья на всякий случай. Спасибо, Юки. Так, три зелья здоровья она дала. Ну, хоть какая-то польза от кошки. Так, заклинание. Заклинание. Пожрать сразу. Так, на этих заклинаниях я не могу здесь колдовать. Отлично, блядь. Ага, вот это ядовитая хуёвина. Зелье восстановления здоровья. Арко, хули ты тут делаешь? Тут опасно. Это демонический корабль, который атаковал нас на Анкоре. Смотри, я нашла последние страницы легенды. Демон был когда-то принцем. Теперь он находится под контролем паучихи-похитительницы снов, блять. Чего хочет паучиха?
Похитительница снов – отвратительное существо, которое ищет малые планеты и жрет их без остатка. Она хочет уничтожить Дейланд и украсть силу Кристалла. Если корабль прилетит на твою планету, демон узнает его положение и передаст паучихе. Мы должны остановить его, прежде чем это произойдет. Вы получили страницы. Пошли, женщина. Ща мы разберемся. Вот и крылья. А вот и ядовитая хуёвина. Может, и лягушка тут есть? Лягушки тут нет. Печалька. Вы твари. Здоровье. Еще ядовитая хуёвина. Блять, у вас тут нет лягушек? Ты кто, тварь? Дайте-ка мне кувалду. Лягушек нет. А теперь здравствуйте. Арко, принц небытия. Не называй меня так. Нет смысла сопротивляться. Скоро он узнает, где находится твоя малая планета. Ты ни хера не сможешь с этим сделать. Присоединяйся к нам, принц. Направь свою магию на службу ей. Я никогда не присоединюсь к вам, хуесосы. Дейланд мой дом, и я буду защищать его до последней капли крови. Мун, вдвоем мы сможем его забороть. Да! Так, блядь. Мун, хуярь. Дайте-ка я выпью зелье защиты. Угу. Угу. Женщина, глуши его. У меня что-то не работает. Женщина, стреляй. Ага. Так, я ща... Надо еще зелье. Давайте я Гулливерова, блядь, выпью. Не знаю, нахуя. Я вообще не дамажу. Просто я, блядь, не попадаю теперь по нему. Но он что-то не опасный он. А вот то, что я не попадаю с этим зельем, это вот совсем охуенно. Мотыгайте. Я не могу здесь колдовать. Теперь ждать, пока, блядь, пройдет. А, все прошло. Женщина, ёбни по нему еще разок. Ты мне не ровня, брат. Ты самый слабый принц из всех. Пойдем со мной, и она дарует тебе великую силу.
Мун, я думаю, я знаю, как его забороть. Если он был принцем, у него должно быть кристаллическое сердце. Ебошь в камень на его маске. Это его сердце. Мое сердце. Это невозможно. Арко, похитительница снов, длинные руки. Тебе от нее не спастись. Единственный путь — сразиться с ней или погибнуть. Я не позволю моему Дейланду пасть. Ты смелый. А ты хуесос. Ищи силы наших братьев. Три принца до тебя сделали это и выпустили магию своих планет. Три других принца до тебя потерпели неудачу и были побеждены паучихой. Сегодня, наконец, я чувствую себя долбоебом. Вы получили новые страницы. Да в смысле, блять, это конец? У меня там еще заданий не выполненных. Да жопа, вы че, блять? Издеваетесь, сука. Если это конец игры, то это самый дебильный конец, который я видел. Блять, в натуре в меню выкинуло. Ладно, может, тут можно продолжить игру. Потому что вот эти ядовитые хуйни, которые я только здесь нашел, я иначе вот задание, которое у меня осталось невыполненным, я бы его никак не выполнил. Так что, наверное, по-любому тут дальше можно играть. Сейчас посмотрим. Вроде да. Так, можно пирата ждать и можно нимфу вызывать. Тыкву, блять. Обычную человеческую тыкву. Помидорки. Морковки ебануть. Так, в смысле урожай? А капусту я не только что, блять, посадил. Я не понял. Или тут у меня мега вода такая, что она сразу на 3 минуты ее хуй. Ну вы поняли. В натуре уже опять урожай. Минуточку. Ладно, полей здесь. Так, делать нечего, еще топор третий, посох третий. Так что какой, блин, конец? Тут никакой еще не конец. Ой, блядь, я случайно окуня поймал все-таки. Так, нимфа. Для тебя у меня что было? А, ингредиенты для противоядия. Хорошо. У меня есть все необходимые ингредиенты. Отлично. Посмотри, как я делаю зелье, и ты научишься делать его сам. Вы надыбали новый рецепт противоядия. Так, купить семена. Все, что у нее есть. Это покупаем. Цветы продаем.
Так, где наши цветы? Это крылья, это не то, не то. Не то, не то. Ромашка. Синеслезка. Хризантема. Одуванчик, сука, дорогой. Ебискус, сука, дорогой. Вот гибискус, тут написано семя гибискуса, а когда сажаешь, там хуй пойми чё. Ладно. С каждым новым днем ты становишься все более подготовленным. Теперь я могу научить тебя очень полезному природному заклинанию. Новое заклинание? А чё оно делает? Это сюрприз. Тебе понадобится специальный посох, который позволит управлять магией стихии жизни. Для его изготовления нужны ценные материалы. Сделай посох жизни и получишь контроль над новым заклинанием. Посох 3, да? Давайте посмотрим, что тут надо. Золото, серебро и кристалл. Ну, хоть золото для чего-то пригодилось. Вы выучили новое заклинание «Лягушка», сука, отлично. Заклинание превращает врагов в лягушек. Да, это очень мощное заклинание, ты должен научиться использовать его с умом. Оно работает не всегда, и оно сработает тем вероятнее, чем слабее монстр. А, я запомню. У меня пока что нет для тебя поручений, приходи позже. Значит, надо мотнуться на Анкору, найти там этого какого-то слабого кролика и попробовать его в лягушку хернуть. Правильно я мыслю? Очевидно, да. Берешь, отлично ссыпается это. Так, еще рыба. Лосось. Не лосось. Так, не так сделать. Бутылок сделать. Спиртяги нагнать. Масло. Бензина чутка. Так, один топор, третий остался, да? Так, ну чё? Это мы ждем пирата, а лягушку. Давайте что ли Мун позовем. Насморк замучил. Так, кошка. А ну стоять. Надоело все время мотаться туда-сюда. Мы с Бошей остаемся на твоей планете. Ты чё, охерела? Я знаю, знаю, ты сам не знал, как попросить меня остаться. Слышь? Не волнуйся, все, что тебе надо, просто кормить меня.
Я не прошу многого взамен за мое мурлыканье, и мы ничего не украдем. Я голодна, я хочу вкусняшку. Принесите Юки пироженку. У меня есть пироженка. Я хочу арбузный молочный коктейль. Вы добыли новый рецепт. Так, принесите ей. Где он? Он делается в лаборатории, да? Арбуз и молоко. Логично. Боше тоже нужна еда. Быстрее, Арко, тащи морковку. Морковки. Арко, тут совсем ничего не происходит. Твоя планета такая скучная. Я улетаю, позаботься о Боше, пока меня не будет. В смысле? Что мне с ней делать? Как дела, Арко? Я чувствую себя странно, мне не по себе после нашей битвы с демоном Принцип. Все переживаешь из-за паучихи? Да, мне страшно засыпать, я беспокоюсь за Дейланд. Но ведь мы их победили и будем готовы сразиться с ними снова, если они вернутся. Спасибо, Мун. Мы собрали книгу целиком, прочтешь окончание? Во-первых, мы забороли не паучиху, а этого ее припездыша мелкого и тупого. Плащ ветра, а что он здесь делает? Его как-то использовать можно или что? Ладно, давайте снова прочитаем. Давным-давно на маленькой волшебной планете жил пиздюк. Каждый день он присматривал за землей, поливал деревья, ухаживал за зверьем. И собирал яркие кристаллы, если ему удавалось их найти. Однажды ночью ему приснился голос. «Ты принц», — сказал голос, — «я дам тебе силу». И пиздюк стал вести себя как настоящий принц, требуя от всех, кто прилетал на его планету, почтения и, сука, уважения. Но никто ему не верил. Шестой страницы нет. Жди моего прибытия. На третью ночь огромная тень закрыла все небо. Мальчик очень испугался и почувствовался одиноким. «А ну-ка ты, пиздюк», — сказал голос, который звучал совсем не так приятно, как во снах. «Ты станешь моим принцем небытия». И тень поглотила маленькую планету и все ее волшебство. С тех пор тень и принц путешествуют вместе. Они являются детям во снах и пересекают целую вселенную в поисках своих родных планет. Такая охуенная история. Сначала я думал, что эта книга обо мне, а теперь я понимаю, что она о демоне принце. Мне его жаль, он ведь был таким же пиздюком, как я. Hey! Арко, этот пират Голиаф еще появляется на Дейленде? Да, он залетает в гости иногда, не знаю, правда, друзья мы с ним или как. Вот что я хочу сказать. Межзвездный патруль ищет пиратскую луну. Это место, где Голиаф и его головорезы хранят свою добычу. Они годами крали овец, теперь пришло время положить этому конец. Ну а мне что делать? Смотри, вот рецепт маячка. Прикрепи готовый маячок к его кораблю, чтобы мы могли проследовать за ним до его логова. Неплохая идея. Так, а с этой синей пиздой мне что делать? Все, тогда делаем маячок. Не знаю, где он. Вряд ли на кухне, в лаборатории. Я не вижу никакого маячка. Мастерская. Так, веревка, не веревка. Серебряные. Это серебряное ожерелье. Это мы делали этой кошке. Да где, блядь, маячок? Установите... А, она просто его дала готовый. Надо просто подождать пирата, я понял. И его установить. Все, делать его хотя бы не надо. А, Мун, ты еще здесь? Пошли на рыбалку тогда. Одна рыба тут. Лосось. Ты чё прижимаешься, женщина? Вот бери тебя на рыбалку после этого.
Так, надо уровень апнуть, да? Подсолнух еще полью. Сила интеллект. Качаем интеллект. Ну а ты что тут бегаешь? С тобой что делать? Да, вот этот. Это был гибискусом, а теперь это одуванчиком стало. Что за хуета? Вот я о чем говорил. Трудности перевода. Так, гроза. На, жри. Ебать, тут все накапало. Ты мелкая, тебе что-нибудь надо? Блять, ну ёбаный в рот! Это называется, у меня когда-то был вишневый сад, пока молния не прилетела. Я вижу, у тебя есть камни шахты. Я похорожу их на свой корабль в обмен на металл. Это ты правильно сделал. Так, говорить. Арко, я расстроен, хочу жрать. Брам сказал, чтобы я приехал на твою планету за харчами. Если, блядь, харчи не готовы, я буду страшно зол. Держи, господин Голиаф, кушать подано. Так и да, скользкий этот пидор оставил свое дело в хороших руках. У меня пока что нет поручений. Так, а как... Так, прикрепить маячок. Установите маячок на корабль. Это как сделать? Маячок. Выбрать нельзя. А, потрясти. В смысле потрясти, блядь? Что потрясти? Ну, я надеюсь, я установил. Так, Б продать. Где камни? Просто, блядь, камни.
Те камни, пару рогов вот этих, не знаю, нахера они всрались кому. Все, свободен. Потрясти. Почему Мун со мной говорит в этот момент? Блять, если он улетит и у меня не зачтут это задание. А, все, этот пропал. Значит, я, допустим, установил. Шо, мелкая, бросила тебя твоя кошка, боссанка. Так, а мне, блядь, почему мне не зачли, сука, установить эту хуйню? Ой, я курицу сжёг. Окорочок. Камне нашлась руда. Ну все. Тут никак... А, это кристальное ядро Дейланда. А я могу что-нибудь с ним сделать? Что я могу с ним сделать? Колдануть. Хуёвая идея. Так, надо быть металла. На случай, когда снова пират пролетит. Если его Мун не арестует таки.
Так, металл капает, да? Золотая руда. Металл. Золотая руда. Еще металл. Больше нет сил. Давайте отдохнем. Ну что ты мелкая, маешься? Так, ему лягушка нужна. Лягушки нет. Так, а кошка все на 100% пройдено. То есть, скорее всего, мы кошки больше не увидим. Купить семена елки. А, ядовитая жидкость. У него она и была, да? Дуванчика. Семена покупаем. Лайма-слизь покупаем. Продать. Гулливеровое зелье могу продать. Пару тканей могу продать. Так, тебе пока не удалось. Ну да, логично. Монстры-то ко мне не летают, некого, блять, в лягушек превращать.
Я могу еще пару гулливеровых зелий сделать. В принципе. Все, ты улетаешь. Я тогда зову Мун. На рыбалку пойдешь? А, у меня рыбы нет. Арко, хули ты делаешь? Ничего, просто смотрю на твой якорь. Ну-ка, брысь отсюда. Так, не понял. А почему я разговариваю с ней, а разговор был с пиратом? А когда я, блядь... А когда я на пиратский корабль лежал, был разговор с Мун. Тут, по-моему, что-то напутано у них в скриптах. Мун готова. Радар поймал сигнал. Похоже, его логово близко. Пойдем посмотрим, что там да как. На рыбалку со мной пойдешь? Пойдешь, конечно. Куда ты денешься, женщина? Да хорош прижиматься. Вперед. Ну, вперед. Отправиться за космическим кораблем Глиафа, да. Какое странное место. Нужно быть осторожными. Врублю-ка я магию. Может, тут есть что мелкое? Что можно в лягушку превратить? Мы не можем пройти дальше. Проход завален. Если б только был способ разбить эти доски. По-моему, они не смогут выдержать наш вес. Есть идея. Может быть, зелья помогут нам? Что ты имеешь в виду? Найдите способ пройти дальше с помощью зелья. Ну, я понял. У меня есть... как раз зелье... Гулливерова, который я сделал. Да сука, где оно? Не в запасах же еды. Не в запасах еды. Гулливерово зелье выпить. Ну. Отличная идея, Арко. Путь свободен. Так, ты тварь, превратишься в лягушку? Он не колдует. Вообще, сука, не хочет колдовать. Надо пожрать что-нибудь. А если бы у меня не было Гулливерова зелья с собой, это чё, блядь, мне возвращаться надо было? Ну ты будешь колдовать. Он не хочет колдовать здесь. Хер ли я магию тогда качаю? В самые ответственные моменты колдовать нельзя. С тем членососом нельзя было колдовать. Здесь нельзя колдовать. Так, идти-то куда?
Еще один загроможденный проход. У тебя есть еще зелье? Дядя Лок показал мне, как сделать мощную взрывчатку. Нужно попробовать ее. Он мне нихуя не показывал. Используйте взрывное зелье, чтобы расчистить путь. У меня нет взрывного зелья. Здесь нельзя строить. Взрывного у меня нет. Отродясь, я его не видел, блядь. Так нечего возвращаться. Серьезно, блядь. Ну, взрывного у меня никогда не было. Ой, пиздец. Что за дичь? Почему колдануть нельзя? Я хер понимаю логику этой игры. Где теперь путь обратно? Я тоже не понимаю. Я вообще теперь не одупляю. Как... Блять, почему ты тут пройти не можешь? В чем, сука, твоя проблема? Почему меня все бесит? Только зря бензин потратил опять. Ну где это взрывное зелье? У меня его сроду не было, рецепта. Есть целебная мазь. Но это точно выглядит не так. Три хуй. Тут нет никаких у меня взрывных зелий. На кухне нет, в лаборатории нет. Я хуй знаю, короче. Все, у меня огород, идите нахуй. Так, общепит, ты чё хотел? Что с тобой случилось, Брам? Ты такой маленький. Это всё мой отпуск. Я провёл слишком много времени, валяясь на солнце, и потерял много воды. Теперь я уменьшился и стал недостаточно высок, чтобы готовить у плиты на моей кухне. Я знаю, как вернуть тебе нормальный вид. Лок научил меня делать зелье, увеличивающее размер любого, кто его выпьет. Звучит интересно. Я сделаю одно на пробу. Блять, хорошо, я сделал два зелья Гулливерова и не успел продать, пока волшебник улетел. А то бы, сука, продал. Вот, выпей Гулливерова зелье. Буль-буль-буль. А теперь ведро воды. Буль-буль-буль. Хорошо, и хотя эффект зелья рано или поздно спадет, вода сделает твою кожу эластичной. Я вернулся к нормальному размеру. Арко, я не знаю, как благодарить тебя. А нет, знаю. Это... Поварская вилка. За все, что ты сделал для меня, я провозглашаю тебя своим официальным помощником. Заебись. Мы купим червяков для рыбалки. И что мы еще купим? И нихера мы больше не купим. Ибо нам нихера не надо в этой жизни вообще.
Нужно пару окуней тебе впидорить. У меня пока что нет поручений. Приходи позже. Позже, блядь, так позже. Я чую. Пока для этого я ебаного волшебника не найду лягушку, он мне не расскажет рецепт этого зелья. А чтобы найти лягушку, нужно слетать на Анкору. А я чую, как позову эту бабу Мун, мы полетим не на Анкору, а опять к пирату. Какой-то, блядь, замкнутый круг. Получается. Короче, давайте тогда выпуск на сегодня завершим. Будем разбираться во всей этой шняге в следующем видосе. Еще есть что-то у нимфы, у пирата, у этого общепита что-то есть. Ну и у этого волшебника. Блин, а ты мелкая, тебя можно превратить в лягушку? Тебя нельзя превратить в лягушку. Ну ладно. Все, короче, заканчиваем на сегодня. До новых встреч. Всем спасибо за просмотр.